Быть точнее, в столице Каталонии, Барселоне, и приглашаем вас на футбол. Для вас работают Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич. Смотрим футбол вместе. Это Барселона против Фулхэма. В такой атмосфере футбол будет на уровне. Играть при полных трибунах нравится всем. И это лучшая возможность для игроков показать все, на что они способны. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Оливье Жиру. Теперь владение переходит к ним. Отличная игра в отборе. Рут Гуллит. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Арбитр зафиксировал фолу с мячом Барселона, и будет отложенный штраф. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Врата! Вот это сейв! Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Никлас Зюле. Хасан Ал-Айдос. Теряют они мяч. Арбитр не стал свистеть в пользу провинившегося и дает Барселоне завершить атаку. Будет отложенный штраф. Бекхэм отбирает мяч. Надежно играет в отборе, и соперник без мяча. Хасан Ал-Айдос. Бекхэм хорош в отборе. Отличный отбор, соперник без мяча. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. У команды есть еще одна минута, ровно столько добавил арбитр к основному. Тут преимущество у команды, поэтому судья игру не остановил. Закончен первый тайм, и судья дает свисток на перерыв. Второй тайм начался. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Мяч отобран, хорошо сыгран. Оливье Жиру. Пас вполне себе, но доработать надо. И есть варианты тут. Не смогли удержать мяч. Вот так надо играть в отборе. Хасан Ал-Айдос. Очень уверен, он идет вперед с мячом. Наносит удар игрок. Отличный момент есть. Счет в матче открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Внимание, Видич хорошо играет в отборе. Дает арбитр, игру продолжит. Рут Гуллит. Жиру. Оливье Жиру, надо решать! Не смогли Барса удержать, и сравнивают они счет. Хороший гол у них получилось забить. Еще раз нам его повторяем. Готов тренер замену сделать. Снова равенство на табло 1-1. Здорово играет в отборе. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Камада. Хасан Аль-Хайдес.
Ну, решай же! Невероятно! Какая развязка сумасшедшего матча! А развязка ли, Георгий? Время еще есть, и, думаю, самое интересное нас ждет впереди. Повторяет нам гол с очень близкого расстояния, бил игрок, и тут оставалось только не промахнуться мимо ворот. Вратарь-защитники выступили здесь в роли статистов. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот? Думаю, одна, только одна атака осталась у этой команды. Успеют ли? Классный отбор и соперник без мяча. Все, финальный свисток. Поздравляем гостей с хорошей игрой и победой. Очень много борьбы было на поле. Обе команды хорошо подготовились к матчу и старались играть без ошибок. Но все равно у одной команды...